Ураганный ветер с дождем сорвал крышу с жилой ипотечного стройки по проспекту Шахтеров. Кирпичная кладка обрушилась на легковые авто, припаркованные близ стройки. Сейчас мы находимся на крыше новой многостройки на юго-востоке, с которой буквально 2 часа назад из-за сильных порывов ветра и дождя снесло крышу над подъездным колпаком. К счастью, жертв удалось избежать, а вот автовладельцам придется раскошелиться на ремонт транспорта. Ветер большой скорости пронес кровлю многоэтажки по двору. Конструкция приземлилась возле электростанции. Без кровли остался и второй корпус каргу. Здесь ветер сорвал порядка 80% профлиста. На место прибыли сотрудники ДЧС, которые тут же демонтировали остатки конструкции, свисавшей с крыши. Обломки, оказавшиеся на земле, будут разобраны до конца недели.